В Казахстане продолжают душить оппозиционные властям СМИ, изобретая каждый раз все более изощренные способы расправы. Добрались и до молодой газеты «Трибуна». Никому неизвестный гражданин Купизбай Жамсиитов подал на нее в суд и требовал с редакции несколько миллионов тенге, якобы за моральный ущерб. По его словам, издание оскорбило его честь и достоинство тем, что журналист в заголовке статьи использовал его фразу, немного изменив ее. Жамсиитов сказал: «Менталитет у нас такой, властвуй, грабь народ, пользуйся моментом». А в газете напечатали: «Менталитет нашей власти». По сути, одно и то же, но по закону можно подкопаться. Я, на вашу честь, понимаю, это попытка внести раскол в наше общество. Как раз в единство нашего государства. Используем мое имя без моего согласия. Зачем? Это недоразумение достойно истории. Судебная тяжба длилась почти полгода. Хотя редакция газеты, чтобы не доводить дело до абсурдного судилища, после выхода публикации в свет сразу же дала опровержение. Но оскорбленный и униженный Жамсиитов решил и рыбку съесть, и выйти сухим из воды. Сын Казахстана умудрился не только оперативно оценить в денежном эквиваленте якобы причиненные ему клеветой страдания, но и ответственность за свои же слова свалить на газету. Сама журналист четко пишет, что он подразумевал действия чиновника. Она сама уже с ним общалась несколько раз, он ей высказывал эти претензии. Я не знаю, там, как они разделяют власть и чиновников, то есть понятное дело, что чиновник, если и есть власть. Да, чиновник... Жамсиитов, к слову, требовал с газеты 4 миллиона тенге, но казахстанский коррумпированный суд решил, что и половины от этой суммы хватит для полного развала независимого издания.